Безработных в Кировской области становится меньше. Если в начале прошлого года работу искало 13 тысяч человек, то в начале этого число уменьшилось на 3 тысячи. Это связано с появлением новых организаций и открытием большого числа вакансий. Чтобы найти человека на пустующую должность, работодатели нередко обращаются в средства массовой информации, например, газеты. Но забывают о центре занятости и попадают в ловушку. В какую, узнала Елизавета Халикова. Где найти сотрудника на вакантное место? Такой вопрос перед Андреем не стоял никогда. Молодой человек, открывая свой бизнес, обратился в газету объявлений. Но вместе с хорошей новостью о новом сотруднике предпринимателя ждало и неприятное известие. Мне требовался человек на вакантную должность, и я подал объявление в газету о том, что мне требуется человек для исполнения каких-то обязанностей. Человека я благополучно нашел, но после этого мне пришел штраф о том, что я не известил службу занятости населения о том, что у меня открыта вакансия. Удивила не сама сумма штрафа, сколько тот факт, что он вообще пришел. Как выяснилось позже, Андрей нарушил закон, который существует в России больше 20 лет. Работодатель не имеет права подавать объявление о поиске сотрудника в газету, не известив службу занятости о вакантном месте. То есть, если фирма разместила объявление в газете, то она также обязана сообщить об этом и в центр занятости. Специалисты уверяют, сделано это, чтобы государственная служба имела возможность предложить соискателям большой выбор вакансий бесплатно, в отличие от большинства газет. Информация же, которую размещает работодатель в газете, это, как правило, просто телефон и наименование организации. То есть в службе занятости можно получить гораздо большую информацию. В центре занятости работают несколько сотрудников, которые проверяют газеты и журналы, после чего сообщают о нарушениях в прокуратуру. За неисполнение закона работодателя ждет административный штраф. В прошлом году в нашей области к ответственности было привлечено 90 работодателей. По словам самих соискателей, в службе занятости искать работу удобно. И главное, за это не нужно платить деньги. Ну, здесь более полная информация. А в газетах-то в основном все работают через посредников и через агентство. И за услуги им надо платить деньги. Центр занятости на втором уровне. Потому что тут как бы самому надо уже все это пробивать, всю базу, все везде обзванивать. Я сюда пришел, мне дали распечатку за последний месяц, и получилось все. По словам администрации службы занятости, у них нет цели кого-то осудить или наказать. Просто просят предпринимателей помнить и о тех, кто не может позволить себе купить газету или обратиться в кадровое агентство. Елизавета Халикова, Александр Брызгалов, Александра Летова, Бюро новостей Давича.